Всем привет, с вами Лаград. Сегодня мы поиграем в игрушечку под названием Ашен. Соответственно, наливаем чаёк, усаживаемся поудобнее. Сегодня у нас будет... Ну, а что, если Dark Souls нутый вот такой вот ашенский контент? И, в общем-то, я вот так вот это опять первый взгляд, как ты уже понял. И вот эту вот личную игрушечку я очень давно хотел записать. Вообще, в принципе, я хотел её записать сразу до прохождения, потому что это вот одна из моих игр. А уже ваши вот эти все хотелочки я практически закончил, которые вы мне советовали советовали игры. Пока что вроде как из них ничего особо сильно не зашло вам, хоть это и странно, вы их вроде как просили, но при этом особо какой-то активности не проявили. Хотя, если вы сейчас вот, допустим, возьмете и напишите в комментах, мол, Лаградка, а пройди вот эту все-таки игру, точнее, запусти ее на прохождение, то, может быть, это и сделаю. Пока что насчет вот этого Ашена все не ясно. Игрушка меня давным-давно очень цепанула скриншотами, своей вот этой вот картинкой и атмосферкой, которая там происходит. Но я тебе точно ничего не скажу. Короче, ладно, как обычно, переходи по аннотациям справа в верхнем углу. Эту игрушку я хочу сам проверить, поэтому мне ее никто не советовал. А в общем-то, давайте новую игру начнем. Давай. И... Ой, господи, первый же момент, и мы сразу создаем персонажа. Окей. Цвет волос, усы, борода, прическа, стиль. Случайный набор. Давай стиль. Мужчина. А мужчина и женщина особо-то ничем не отличаются. Ну, давай мужика сделаем. Так. Можем сделать... Слушай, ну, прикольная тема, на самом деле. Ну, это получше, чем в Dark Souls, по крайней мере. Мне это больше нравится, как у меня персонаж выглядит, хоть у него и нету лица. В Dark Souls лучше бы я не видел своего персонажа, на самом деле. Да и ладно. Так, можем сделать Ивана-дурачка, можем сделать обычного пацана. Ну, я, в принципе, могу выбрать приблизительно мою прическу, наверное. Ну, тут, конечно, тут прям вот идентично моей. Ну, вот, наверное, это, что ли. Ну, не совсем, у меня не такие длинные волосы. Но они, типа, какие-то вот такие, что ли. Но при этом вот такие. Ну и не вот такие. Короче, не знаю. Давай выберем вот этого пацана. Я тебя могу как-нибудь... Я тебя вроде как могу повернуть, но почему-то ты не поворачиваешься, сволочь. Не знаю, в чем прикол. Пока что играю на клавиатуре, поэтому ничего не знаю. Учи, господи, сейчас я, короче, себя точно сделаю. Пастух. Охотник, страж порядка. Строитель сараев. Видимо, без усов и бороды. Короче, тогда давай знаешь, что сделаем? Поменяем стиль и сделаем вот таким. Цвет волос. Ну, сделаем черным его, не знаю. Можно сделать белым. Давай черные волосы. Не знаю, мне такие больше нравятся. Так, цвет кожи. Ну, цвет кожи... Ну, кстати, смотри, особо не меняются, если честно. А у нас какой он был изначально? А, у нас он такой смуглый, да? Давай белый сделаем. Типа, представь, что мы, короче, какой-то сбежавший аристократ. Ну, у аристократов так было принято. Чем белее у тебя кожа, тем ты более к аристократу принимаешься. А это, если что, у нас опять какой-то средневековье, что-то такое. Ладно, принимаем. Не будем, короче, долго создавать персонажа. Тут особо-то и нечего долго что-то делать. Учи, господи. Все те, кто пьют чаек, либо же едят, приятного аппетита и приятного чаепития. А мы начинаем веселиться. Вот пепельная парит меж звезд. Надо было тогда сделать немножечко почище бы. Девять царств под ней кружат, семь среди множества ветвей дерева мира. Что гордливо веется над тьмой. Корнями уходит он в пещеру, куда свет не проникает никогда. Гучакут. И когда одна великая пепельная спустилась отдохнуть на его ветвях, среди этих царств появился свет. Окей. Спустя эоны времени великая пепельная ослабела от возраста и упала с дерева мира, прямо на равнины тьмы. И спустила последние вздохи. В огоне смерти свет помрёк. Помер. И три последние вздоха пепельные стали тремя золотыми эпохами света. В первый золотой век три создания тьмы возвысились над всеми остальными.
Старейшие темные корнили светом и процветали. Второй золотой век отмечен приходом матриархов, служащих титанам, чтивших свет. Ну или служащим, что-то я там не успел прочитать, но есть суть, ты все понял. Третий вздох был эрой человека. Детей Гефны. А когда завершился последний вздох, настало время тьмы. В ту темную эпоху человеческие города стали руинами. Были разрушены войной, опустошены чумой и голодом. Гордый латинский утонул под пеплом. И вот так вот неожиданно у нас все завершается и идет загрузочка. Странно, конечно, ну ладно. Итак, опять же повторю. Из тлена плоти сбракал лучезарность. Скоро пепельная родится заново, из остатков прежнего тела и начнется новая эра света. Давным-давно я служил пепельной, был стражем ее тускнеющего света. Пусть меня и покалечила его слепящая ярость. Гляди же на ту горную вершину, ведь именно там разгоняется новая надежда. Не, ну ты видишь, вроде как игрушечка прям реально атмосферная. Пепельная рождается заново. Узри первые проблески света, что смеет мрак с этих равнин. Господи. Итак. И вот так вот у нас начинается игрушка. Как ты понял, это прям вот, ну не знаю. Прям максимально круто, прикольно. Но знаешь, что единственное? Кстати, эта игрушечка, если что, как ты понял, кооперативная. И мы тут, по идее, должны бегать в кооперативе с каким-то чувачком. Но я не очень любитель кооперативовых на каналах. Ну, поэтому вот как-то так. Так, подожди, звук и громкость, голос за кадром. Поставим его вот как-то вот так вот. А все остальное, в принципе, можно и оставить, если честно. Чак? Чтобы взаимодействовать, нажми F. С этих высоких скал открывается отличный обзор. Будь осторожнее, ведь перерождение пепельни станет бурным. Окей. Ты мне что-нибудь еще скажешь? Если слишком долго смотреть в костер, восприятие притупляется. Пепельный ярче тысячи костров. Чак, а мой костер потушился, это нормально? Так, а короче, мой напарник, если что. Ну ты посмотри просто, как игрушка выглядит. Не знаю, правда, кстати, на джойстике ее бы лучше проходить. Так, это если что, мы перекатываемся, это мы прыгаем, понятно. А может быть мне все-таки джойстик подключить, это я точно тебе не скажу. Но давайте пока что будем играть просто тупо на этом. На клавиатуре и мышечке. А в общем, пепельный у нас там зарождается. Порождается и тому подобное. Здорово, чувак. Ты есть кто? Спроси его у рафтеров, у них тоже есть уши. В смысле? Мехи рафнет, теплый рафнет, мех и мясной рулет. Я не знаю, чем эта игрушечка не зашла Димедрольчику, мне она очень нравится. Опасно, это опасно, всегда опасно. Так, хорошо, в общем, она мне ничего нового не скажет. Блин, ну ты посмотри, ну реально же красиво. Я ж буду ее сейчас боготворить. Максимально сильно, максимально ярко. Ну тихо, господи. А в общем, она сейчас оживет. И на земле станет, воцарит этот свет, что ли? И все до этого было темно? Это типа как солнце? Чтобы забрать что-то там. А, поменять панель. Сломанный костяной тесак. А взять. Давай. Так, мы в общем-то его взяли. Теперь, если нажимаем на E, то увидим характеристики этого оружия. То есть урон 30-36, крит у нас получается тут 39-46. Но при этом оглушение 5-8, шанс критического удара. Слушай, ну у меня как бы дубинка получше будет, поэтому мы ее, пожалуй, оставим. Те какие? А вот это вот у нас что такое? Для легкой атаки. А, мы его прям так сразу и убили. А, прощай, чувак. Деревянный щит. Дущий... Ну, изос, короче. Крепкое сочетание, но это понятно все. Так, давай его сразу же поставим. Как я понял, у нас одноручная херня. Поэтому давай как-то вот так вот сделаем. Так, он добавлен или это, или взят? Я чуть не понял.
А, типа смотри, как это все. Дубинка у нас. Или нет? Не понял. Как этот щит подставить? А почему он щит-то не берет в руку? Пока странно и пока непонятно, да и ладно. Нажмите спейс для прыжка через яму. А, мне типа туда нужно прыгнуть. Окей. Но это нужно явно ускориться. Хить! Красиво. Так. И в общем-то у нас тут опять какая-то мадемуазель находится. Я надеюсь, эта мадемуазель нас бить не будет особо. Ути, господи, я просто кайфую. Наконец-то я в эту игрушку поиграл, давно у меня руки до нее не доходили. Давно ее купил, но все никак не мог. Здорово, пацаны, вы меня бить не будете? Так, бот там немного развлекается, ну да и ладно. А, проклятые тени, они вечно идут за тобой. Да? Ну что, ты мне скажешь? Отвали, мерзавец. Раз, два, три, четыре, пять, костер гори, четыре, пять, не смей нам врать. А, раз, два, три, костер гори, четыре, пять, не смей нам врать. Все, окей. Ну, тихо, господи, может тут что-нибудь еще будет спрятано или... Забраться, нажмите спейс. Я, правда, не понял, зачем, ну да и ладно. Собственно, мы можем сейчас пойти не по заданию, а спуститься вниз, как я понял, да? Только как это нам сделать, это отдельный вопрос. Видимо, тут где-то есть спуск какой-то, скрытый. Вот он. Более-менее скрытый спуск, и тут у нас всякая разная говница находится. Так, белая сапота. Мгновенно восполняет умеренно объем здоровья. Ладно, окей, берем. Это, в общем, нам хпшечку восстановит. Я не уверен, нам нужно вот сюда идти или посмотреть на вон ту фигню и потом идти туда вниз. Вот я не уверен, нашел ли я секретку или... Нажмите F. Так, это опять то же самое, нам восполняет хп, здоровье и все остальное. Так, белые сапоты. Ну, вроде как, дальше я не вижу особо прохода. Ну, тихо, господи, зайчики, здрасте. Так, нажмите F, чтобы забрать. Яблочный сверчок. Ненадолго повышает скорость восстановления бодрости. А, в общем-то, нам еду дают. И тут у нас какой-то медитирующий чувачок. Окей. И, в принципе, все. Мы все нашли, что хотели. Возможно, тут можно перейти, кстати, сюда, скорее всего. И что-нибудь, видимо, найти тут интересное, не? Не, ничего интересного нету. Короче, видимо, нам по сюжету надо было туда, а я тут зашел и нашел себе хпшку. В общем, тот, кто исследует локации, они... Они молодцы. Очень странная тема. Подожди, то есть вы хотите сказать, если я еще кролика убью, то все будет весело, да? Ну-ка, давай его убьем. Ну-ка. Зверобой. Не дали ачивку. Так, окей. Давайте тогда всех этих зверей переубиваем. Или не будем. Ладно, пусть кролик, короче, живет, даже если он мне дает какой-то лут. Не хочу его убивать. Так, окей, идем далее. А, это, видимо, у меня закончилась выносливость просто. И они меня таким вот образом это пометили. Ну, странно, конечно, то, что я вот без доспехов и без всего остального так легко... Это... Устаю, но в любом случае, ладно. Здоров, чувак. Давай-ка сценку мне. Есть те, кто жиреет в вечной ночи и рад бы уничтожить лучи этого птенца. Нам нужно найти пепельную и защитить ее от старейших темных. Тихо, господи. И Асван. И вот она, вот такая вот игрушка. За 14 минут мы дошли грёбанно, вот это вот прошли, вот это обучение. В общем, как-то так вот. Вот такая вот игрушечка. Выглядит это все очень сильно бомбезно. Мне это сильно все нравится. Атмосферненько. Все как я хотел, в принципе, на моем канале. Ну и, в принципе, вам тут, наверное, тоже жоповоносилки всякие разные запустят. Ну и что ты тут валяешься? Давай вставай. Пора нам куда-нибудь отправляться, веселиться и тому подобное. Бить лица всем остальным там уродцам. Давай, чувак, вставай. Ну, все нормально. Так, тут у нас ничего интересного нету. Опять же говорю, выглядит это все бомбезно.
Если ты такого же мнения, как и я, то обязательно пиши это на этом комментарии. И поставь лайк, это огромная мотивация, да и к тому же я учитель, хочу ее на прохождение запустить. Какое зрелище, наш мир вновь купается в свете пепельной. Тебе доверилось ощутить всю силу пепельной и выжить. Нам понадобится эта твоя сила. Пока что пепельная лишь дремлющее дитя. Она уязвима, нужно пробудить ее ото сна. Окей. Прежде чем отправиться в путь, нужно прикрепить твой дух к ритуальному камню. Если случится несчастье, камень станет тем маяком, что даст тебе... не даст тебе сгинуть за порогом смерти. Ритуальный камень есть здесь где-то рядом, в районе под названием Приют Бродяги. Но для того, чтобы разбудить его, мне понадобится молот и кресало. Отыщи их. Окей. Активные новые приключения. Молот и кресало. Ой, господи. Это все выглядит максимально бомбизно. Я тебе это говорил, я тебе это еще раз повторю. Так, обновлена карта. Нажмите на Escape. Так. Молот и кресало. Вместе с Юкелом найдите молот и кресало Батара. Батарана. Вот. После пока что пепельное лишь дремлющее дитя. Она уязвима, нужно пробудить ее ото сна. Неподалеку в приюте бродяги есть ритуальный камень, с него и начнем. Чтобы разбудить ритуальный камень, мне понадобится молот и кресало. Отыщи их вместе с Юкелом. Юкелом, приходи, когда у вас будут мои молот и кресало. Так какие? Вот это если что... Братан наш. Ну, хотя это батратан какой-то. Ну, да и суть. Неважно, это будет братан. Знаешь, что мне нравится? Мне нравится то, что игрушечка... Тихий ручей. Мне нравится то, что игрушечка очень тонко вот это вот все подметила. Между четкостью и мылом. То есть, вроде как и немножечко мыльновато. Я не знаю, как у тебя это выглядит, но у меня это и достаточно четко. То есть, такой кинематографичный эффект идет в виде дымки. Мы как бы видим то, что тут идет туман. Небольшой, такая утренняя роса. Ути, господи, это вот... Не знаю, короче, я тебе буду максимально тут хуить или леять эту игрушку, поэтому... Здоровый зайчик. Поэтому я даже не знаю, что тебе сказать. Выглядит... Ути, господи, ты просто не представляешь, как я сейчас тут... Как моя душонька радуется. Просто не представляешь. Потому что я очень любитель вот таких вот красивых игр и вот таких вот оживленных. Ты посмотри, вот это вот отдельный прикол. Обычно идет на каких-нибудь там этих трейлерах, либо каких-то приколов, когда тебе там показывают игру. Ты посмотри, сколько тут много всякого разного говна, много живности, много всяких разных эффектов и так далее. И это есть в игре, и это тебе не какой-то трейлер, это... Нажмите Q, чтобы извлечь... А, все, поняли. Ну слушай, это не щит, это какие-то доски, блин, ледянка. Я на такую его в этой, на горках разных катался в детстве. Нажмите, чтобы снарядить съедобное. Окей. Снарядить съедобное. Две пса, все, окей. Ну и можно еще вот этого кролика. Как между вами переключаться? Вот так вот, все понял. Как вас активировать? Наверное, на Е или еще какую-то кнопку. Так, хорошо, мы можем направо пойти, а можем по сюжету зайти. А как этот, как щит поставить? На Ctrl. Окей. Ну и хорошо, давайте вот сюда вот куда-нибудь зайдем. Я даже бегать особо не хочу. Тихо. Прицеливание. Нажмите для этого. Все, окей. Да давай уклоняйся, подожди, чувак. Левый шифт, чтобы уклониться. Все, понял. Тихо. Нифига себе, они мне, кстати, снесли хп. Уклониться от врага давай. 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 Мощная атака. Все хорошо. Использовать съедобное. И... Мы, по идее, восстановили себе хп, да? Или восстанавливаем потихоньку? Не совсем понимаю, но выглядит это, конечно, бомбезно. Так, ну, у меня хп как-то особо не хочет восстанавливаться, если честно. Такое ощущение, что я не доел, что... А, я скоро себе... Блин. Не то я съел. Все, хорошо. В общем, я теперь побыстрее бегаю, у меня... Так, там чё... Ой, ё-моё. Пацаны.
А можно я вас как-нибудь это обойду? И тут, в общем, это какие-то местные жители, которых я тут почему-то начинаю херачить. Так, хорошо, давай-ка мы перейдем вот на тебе. Тихо. Тихо. Да ё-мо, не бей тунеянец фигов. Так, и теперь... Ой-ой-ой, а ты откуда тут появился-то? Так, тихо, не успел увернуться. Подожди. Да я в итоге тут нифигово так пострадал. Ну смотри, реальная игрушка примерно как Dark Souls. То есть ты тут не можешь просто тупо взять. Так, умри, базядя. Все, спасибо тебе огромное. Игрушечка примерно как Dark Souls. То есть тут не прощается все-таки. Я подумал, что она восстанавливается потихоньку, но, по-моему, нет. Этого не происходит. В общем, не прощаются лишние удары по тебе и там подобное. Поэтому любителям Dark Souls должно по идее зайти вот это прохождение. Маленький тайник шлака. Не понимаю, почему эту игрушечку обошли внимание. Ну, обошли стороной. Так, небольшой мешочек с богатствами древних латрицев. Окей. В общем, это, короче, древние латрицы вот эти вот, да? И все понятно. Так, слушай, мы до сих пор идем не по сюжету, опять же. Мы прошли куда-то в другое место. Возможно. Ну, вот тут, конечно, не очень это все выглядит. Ну, блин, извиняй меня, конечно. Ну, я имею в виду то, что растянуты текстурки на больших объектах. Ну, блин, ну я что, буду сейчас придираться к тому, что я сейчас тут восхваляю? Ну, да, конечно, это моя натура придираться ко всему. Если я это вижу, то придируюсь обязательно. Ну, это, ну, тихо, господи, молчащие руины. Окей. Так, сломанный бродвинный топор. Так, замечательно. Небольшие. Так, дубина минус 32. Тут 39, тут 32. Почему? Он же, по идее, железный. Как это работает? Чё-то моя дубина пока что лучше всего, что я находил. Что очень странно. Первое оружие пока что меня полностью радует. Пока что есть не будем. Хотя, возможно, мы сейчас этих пару кроликов загасим. Хотя, слушай, давай. Так, подожди. Как я там ел? Все, на-ка, если что. Окей. И чё, будем к тому мужику нашему идти или как? Пока что без понятия, пока что не знаю. Давай тут обходим, все это проследуем. Так, разбойники гребаные их. Ой, тихо, господи, что с тобой сейчас произошло? Ты меня так это... не огорчай. Тихо. 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 Там еще сзади кто-то мне идет, да? Тихо. Ух ты, нифига себе. Так, подождите, пацаны. Тебя бы как-нибудь убить, было бы красиво, было бы весело. Надо, видимо, всегда щит ставить себе приблизительно. А теперь уворачиваемся от него. В общем-то, в принципе, более-менее я понял тактику. Вот так вот. Потом вот так вот. Вот так вот. И уходим быстрее. Меня не было это, если что. Не было. Тихо. Окей, нужно, в общем, сбить его блок сильной атакой. Ну, который я прослал. Просрал благополучно. Так, чувак. Все, замечательно. Уйти, господи. Я благополучно просрал все мои хпшечки. Не очень это красиво, не очень это прикольно. Ну, сложная игра, серьезно. Если вот так вот продолжится, мне три удара хватает. Два удара хватает, чтобы меня не убили. Я, конечно, понимаю то, что я еще сам херню страдаю. Можно по-другому что-нибудь сделать. Тут тебе и не Dark Souls, тут нельзя вот так вот быстро перекатываться постоянно. Так, тихо, это я случайно нажал, если что. Все случайно. Тихо. А потом отходим, потому что у нас не хватит выносливости. Ну, в принципе, противник можно легко вот так вот загасить и, в принципе, перехитрить и поймать как дешевку. Так, берем обязательно. Так. Маленький тайник шакала добавляет предмет. Не понимаю, что конкретно за предмет такой. А мы его, кстати, можем добавить сюда. Это древнее богатство, которое очень ценится среди бродяг. Он находится вот так в тайничках, кстати. Во всех уголках мира, не такое уже сокровище.
Плюс 250 энергии. Шлак. Странная вещица, ну и ладно. Так, тут у нас больше ничего нету. Кстати, у нас палитра немножечко поменялась. Тем временем. Тихо. Ты только не падай никуда. В общем, я иду вообще не туда, куда надо. А, нет, смотри, туда, куда надо. Тихий ручей новый. Мне вот сюда вот куда-то нужно. Хорошо. То есть мне и сюда можно, и туда можно, и куда только не можно. Ёрничай и кручи. Так, окей. Тихо. Ну, блин. Но ты меня все-таки ударил. Так, я зря, наверное, их всех сагрил на себя. Блин, а он в итоге лучник. Понимаешь, в чем проблема-то? Вот сейчас меня будут бить. Давай вот сюда куда-нибудь спрячемся. А, вот все, они ушли. Все, замечательно. Так, чувак, ты только это, ко мне можешь как-нибудь подойти? Или ты там это? Или ты там все? Мне бы, кстати, быть какую-нибудь... А, нет, смог все-таки. Так. А теперь уходим от него. Сейчас ко мне сзади может кто-нибудь подойти. А, нет. Но он хочет, короче, это сделать. Так, давай вот к этому пацану подойдем. Тихо. Да как ты через этот, через текстурку-то, сволочь. Привет, бродяги. Ну, в общем, ладно. Немножечко странная игрушка, конечно, недопиленная, как я понял. Ну, блин, знаешь чё? Где по барабану. Картинка действительно решает, она мне очень нравится. И в эту игрушку я обязательно хочу поиграть. Если она и вам зайдет, то вообще будет идеально. У нас будет с вами полное понимание. Тихо. И последний на откат. И все, поняли. Он меня, если что, убьет, кстати. Если я правильно понимаю все. Так, у нас 147 какого-то говна непонятного. Ну ладно. Так, а там пацаны сидят. Я больше никого тут не вижу, но я вижу то, что у них тут какой-то лагерь. Соответственно, мне бы сейчас найти какой... Так, это какой-то непростой чувак, это, видимо, тот же. Мне нужно хилку найти, обязательно. Нужно найти перед всем вот этим вот весельем, которое я тут хочу устроить, хилку. Придет бродяги, все, мы снова зашли в эту локацию. Хорошо. И перед тем, как куда-то идти, нужно взять хилочку. Ну, слушай, можно попробовать вот эту вот фиговину себе сюда запустить. Нельзя. Можно только две каких-то штучки. Так, еще один бродяга там находится. Тут ничего интересного нет, к сожалению. Так, больше тут бродяг никаких нету вроде как, да? Так, иди-ка сюда. Кс-кс-кс. Иди-ка сюда. Не, я слышу еще одного. Да, и вон еще один. Так, хорошо, можно его сейчас ударить, но смотри, они меня в итоге немножечко окружают. Нет, все, короче, валим отсюда. Валим, валим. Нет, 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 подожди. Тихо. И потом уходим от него. И второй удар добивающий. Так, мне нужна хилка, либо костер. Срочно нужен костер, либо хилка. Так, у нас там этот, кстати, скелет. Большой. Надо было все-таки идти, куда мне просили пойти. Так, это не то, я опять нажимаю. Вот, хилка, замечательно, спасибо тебе огромное. Так, хилка, сразу хилимся. На К нужно за... Я что-то опять не то съел, короче. Ну, как обычно, а что ты хочешь от лаградки? Я не успел заметить вот эту вот херню справа в верхнем углу. Так, мы, в принципе, можем сразу пойти за предметом. Ну, давайте исследуем тогда то, что мы у них захватили. Кстати, костер. Ну, в игре костер... Это не та немного вещь. Ну, ты просто посмотри. Левел дизайнинг, ну, вот просто, вот тот, кто вот это вот все тут ставил, вот эти все горшочки. Он такой молодец, я не могу, прям вот тут... Да, в принципе, все тут сделано бомбезно. Мне пока что все нравится. В принципе, окей. Давай тогда нападем на вот этого чувачка, который где-то тут, по-моему, сидит. Я, правда, тебе не скажу, где он. А вот он все. Блин, он реально спрятался. Так, подожди, давай сначала убедимся, тут никого вроде как нету. Так, давай, чувак. Тихо. Его нужно, короче, одной этой... Сильно такая сразу фигачить. Тихо. Тихо.
Тихо. Если что, я сейчас ставлю блок. Так, давай, чувак, ты на меня прыгай. Ты же это вроде хотел сделать, да? А теперь на по макушке получай, сволочь. Все красиво. Мы вроде как даже и урон не получили. Ну ладно. Так, ну и чё? Идем тогда по сюжетной линии. Урон не получаем, все красиво. Мы разобрались. А игрушка меня не перестает удивлять. Так, мы в принципе можем подойти и ударить его. Хотел и сказать, безболезненно ударит, но он в итоге нас подловил на вот этом ударе, конечно. Так, давай, надо на самом деле блок всегда ставить. Ну, либо мне одноручное оружие поставить. Тихо. Не очень удобно, конечно, это все делать. Так, окей. Добили его. Дайте мне хилочку. Я понимаю, что я заколебал. Ути, спасибо вам. Так, давайте ее снова активируем, потому что она еще нам сейчас ставится. Возможно, тут, конечно, будет где-нибудь костер. Там я сзади никто не обошел. Не, вроде никто не обошел. Они только спереди пошли. Окей, пацан, давай ты, короче, это... Получишь урон. Да вот от этого я все-таки не смог выдержать. Так, хорошо, нужно одного вот этого чувака убить. Тихо, гребаные камни. Так, окей, а вот с этим нужно как-то поаккуратнее все сделать. Так, чувак, иди сюда. Давай, иди, не бойся. Единственный удар, я умираю. Только-только хилку получил. Только-только захилился, козлы. Больно, на самом деле. Так, давай. Я просто знаю, если я сейчас начну замахиваться, он тоже начнет. Тут смотри, просто прикол в том, что искусственный интеллект, он рассчитан на то, что если ты начинаешь делать сильную атаку, то он начинает тебя бить в этот момент. Если ты к нему очень сильно подходишь, то он точно так же начинает делать атаку. То есть он тоже выискивает тот момент, когда можно максимально стратегично в тебя ударить. Тебя какие? Кристалла Батарана. Бататара какую? Как, ну ты меня, короче, понял. В общем, тут они ловили рыбку, как я понял. И тут у нас небольшая секреточка. Да ладно, давайте возьмем ее. Так. И что тут у нас? Я не понимаю, зачем это нам штука нужна. Давайте ее все-таки уберем, пока без понятия. Может быть, мы ее потом продать сможем. Так что ладно. И мелкий тайник шакал. Может быть, это тоже как хилка идет? Тоже без понятия. У нас, по идее, есть тут где-то этот... наш компаньон. Ну, что-то как-то я его не вижу. Возможно, потому что я все-таки пошел не по тому пути. Мы можем, кстати, сейчас просто тупо обойти по тому месту, где у нас точно никого не будет, либо можем пойти просто напрямик и снова к нему прийти. Так что давайте сделаем это как-нибудь полегче. Пойдем напрямик. Возможно, конечно, нас кто-нибудь сейчас тронет. Там, по-моему, секреточка спрятана, да? И тут еще саундтрек такой, знаешь, который тебя не тревожит. Так, и там, да, там действительно кто-то спрятан. И спрятан там какой-то огромный мужик, поэтому мы нападать не будем. У нас, между прочим, ХП не так уж и много. Не хочу это делать, но хотелось бы на самом деле, знаешь что, открыть карту и поставить тут этот, метку. И метку мы не можем ставить, к сожалению. Можем только смотреть на мою локацию и все. Жаль, конечно, но да и... Ну тебе, господи, там еще и олень. Правда, он интересно, конечно, выглядит, это по большей степени грифон. И смотри, там опять вот этот вот чувачок стоит, находится. Ну, вон он. Я надеюсь, что вот эта штучка нас не будет атаковать ни по каким. Кочевое озеро. Так, но мы не туда пошли. Нам нужно было в другую совершенно сторону. Юридичный круче. Так. Мы можем как-нибудь к тебе подойти, чтобы ты нас не трогал? Интересно, жди, пока это поможете взобраться. Мне интересно, он это сюда подо... Уйди. У меня уже паника началась. Так, подожди, это необычный какой-то мужик. Где вот эта козлина? Где козлина-то? Где мой товарищ? Собрат, самрат, как тебя там обозвать? Где ты? Меня сейчас тут убьют, а ты там херню страдаешь. Это вообще-то игра, не где ты тут один бегаешь. Тут, по идее, кооперативные приколы.
Возможно, когда ты в кооператив, кстати, играешь, возможно, у тебя вся атмосфера прячется. И ты просто тупо бегаешь и с другалями угораешь. Возможно, как-то так. И я просто не понимаю, почему эту игру обошли стороной. Почему про нее никто ничего не говорил. Почему на Ютубе не так много про нее прохождений, обзоров и тому подобное. Я не понимаю. Почему люди хейтят ее? Ну, блин. Так, подожди. Это наша деревня. Тут наш мужик отстоит. Которую... Так, возьми его. Так, мужик, а чё ты тут стоишь, если тут находится вот это вот говно? Слышишь, чё? Ты и будешь так стоять... Смотри, как он большой, кстати. Ты будешь стоять, кстати, смотреть, как меня там избивают, что ли? Где... А, ну здорово, блин! А чё, как тебе оно? Среди двуручное оружие. А, это двуручка? Давай двуручку соединим. Так, мы можем менять, если что. Ну нифига себе зубочистка, а тебе нормально ее держать? У тебя тяжесть там это... Да, конечно, интересная веселая вещица. Насколько ты долго? Окей, более-менее нормально, два удара можно одна... Вот, вот это вот взять и поменять панель. Так, подожди, мне сразу ее нужно применить, если что. Ну тихо, господи, интересно, тут где-то можно сохраниться, я не знаю. Пока что костров никаких не вижу, поэтому, соответственно, мне приходится только хилиться. Так, где-то тут мужик спрятался. Где, конечно, я не понимаю особо. Вот он. Ну тихо, господи. Давай, комрад, фигачь его! Красиво, с комрадом гораздо легче. Но, если честно, я бы его оставил. Я бы его оставил и сам тут побегал. Потому что не хочется мне все-таки с комрадом бегать. Дойду до него? Да, дойду. Мне все-таки длинное оружие, в отличие от его топорика. Тихо. Ну, с комрадом это действительно все в разы легче. Ну, ты сам заметил. У меня тут вот любой абсолютно вот этот вот мужик, он вызывал у меня проблемы достаточно. А теперь они отвлекаются от комрады, и все замечательно. Так, нам куда нужно? Нам действительно нужно сюда и вот так вот просто обойти, да? Получается, нам нужно вон в ту сторону. Так, не, подожди. Мы все правильно идем? Нет, неправильно. Ну, тихо, господи. Ну ладно, давайте идем дальше. Придет бродяги. Да, мы это все понимаем. Так, давайте тогда ускоримся. Кстати, заметь, скорость у нас, ну, эта выносливость никак не упала. Хотя, вроде как. А ты что там забыл, сволочь? Мы ж тут как бы с комрадами моими находимся. Так, это мы тоже берем обязательно. Плюс одна вещица у нас есть. И, кстати, наш чувачок пошел херачить. Вот это вот сволочь наверху. Красиво и весело. И мы там только слышим какие-то избиения жуткие. И нам дали за это бесплатно. Кто идет? Кто идет? Чего? А вот у нас этот мужичок. Не дрясься. Ну давай, иди ко мне, подходи. Тихо. Так, давай, чувак. Слушай, а это мини-босс такой. Тихо. Ну, в принципе, нормально. Я... Его отвлекает мой комрад, а я потом его фигачу. Молот Батартана. Окей. Обновлена карта. Нажмите Escape. Ну, подожди. Молот у меня никакого нету. Давай. Нам сюда куда-то нужно идти. Хорошо, я все понял. Я все понял. Не вызываю никаких у меня это. Так, подожди. А мне интересно, блин. Ну, вот как бы тут вяленое мясо. Ну, что ты его не возьмешь-то? У меня вот тут маленький такой вопросик возникает. Насчет этого. Я уже благополучно его забыл, кстати. Пока у меня он назревал, я уже забыл. Блин, ну как же это все красиво выглядит. Вот это вот четкое сочетание размывчатости, ну вот этого расплывчатости и четкости вот этой самой картинки, она очень четкая. Так, окей, у нас тут какая-то фигня, нажмите Space, чтобы забраться, чтобы это... Нажмите, все хорошо. Тут у нас никакого прикола не встречать, не? Нет. Так, нажмите F, чтобы собрать. Макс здоровья плюс 2. Черное перо. Пепельный, кстати. Окей. В общем, это прошлое перо с вот этой вот птицы, которую озарило вот это вот все место. Вообще всю вот эту землю светом. И причем, как ты видишь, действительно, солнца нету. Никакого солнца нету, оно якобы просто тупо отовсюду идет свет.
И, соответственно, кстати, заметьте, тень идет все равно вот от этой штуки. То есть, короче, не просто так они это сказали, то, что свет тут идет от этой пепельной. В общем, ладно, давайте дальше продолжаем идти. А то что-то я тут уже прям забродил, заходил, вообще и там подобное. Так, какие, сколько у нас времени прошло? Честно, эта игрушечка... 40 минут, Карл. 40, мать его, минут. Эта игрушечка не про то, чтобы сделать на нее первый взгляд. Это игрушечка про то, чтобы сделать на нее прохождение. Давайте, народ, собираем лайки. И я сделал прохождение. Хотя далеко не факт. Я, скорее всего, даже так ее просто запущу, как прохождение. Тихо, пацаны. Нужно вот сразу вот этого чувака вынести. Так, окей, этого вынесли. Мой чувак, кстати, тоже может помирать, смотри. Это я тут упал, все, хорошо. Да тихо. Смотри, даже следы остаются какие-то. Так, это была небольшая подстава. Так, на карту куда нам нужно идти? Нам нужно вон в ту степь. Слушай, а мы можем как-нибудь это обойти? Не совсем просто понимаю. Но обойти это можем. Вообще, на самом деле, тоже не понимаю, почему тут какая-то фиговина. Так, ну ладно, давай соберем вот эту всю историю. Благополучно. Так, а как мне туда перейти? Я надеюсь, что не умру сейчас. Ну, урон я получил, хотя упал вроде как в воду. Окей, в общем, не допрыгнули. Но это было на самом деле ожидаемо. Так. Останки младушного. Кости погибшего труса, которого могут вернуть тебе в приют бродяги. Окей, телепортация, в общем-то. Хорошо. Жрем херню. Из-за того, что глупо получили урон. Пока что он мне дает ровно столько, сколько я могу его получить. Это, кстати, у нас ловушечка. Ловушечка, если что, не для меня, а для животных, если что. Вот для вот этих вот пацанов бегущих. Так, окей, давай пацана убьем. Нам в любом случае он нужен. Тихо. А, нифига себе, он на опережение фигачит, сволочь. Тихо. Музыка небольшая пошла. Тихо. Если что, один удар, я помираю. Опять же. Ну и все, и вот последний вот ударчик. Нет, я тебя обманул. Все-таки еще один урон я могу выдержать. Тут, скорее всего, сейчас будет хилочка, да? Давай, скажи мне, да, тут хилочка будет. Специально, чтобы пока что ты не помирал. Пока что все вот более-менее логично. Пока что я понимаю игрушечку. Так, какие? Тут ничего нету опять у нас. Ну и ладно. Я потерял своего комрада. Где он? Где мой комрад? Он где-то там, по идее, да? Вон он. В чем его проблемы сейчас? Я тоже пока не понимаю. Тонешь. В смысле тону? В смысле? Неужели ты хочешь мне сказать то, что дубина слишком тяжелая, и я вместе с ней тону? Нет, я вообще, в принципе, плавать не умею. А, и поэтому комрад ко мне не идет, все, я понял. Да я вообще, кстати, не туда иду. Я, по идее, сюда не должен был идти. Так, окей. Теперь-то я понял, почему комрад ко мне-то не пошел. Он подумал, что я дурак какой-то. Сказал, мол, куда ты там идешь? Ты утонешь, дебил. Тихо. И все нормально. Красиво, весело. Так, извини, комрад, я что-то как-то это заплутал, я не понял ты, что это. Что туда нельзя, оказывается. Комрад? Комрад медитирует. Если ты не понял, вот я тебе покажу это отдельно. Вот. Ну еще. Давайте дальше пойдем. Так. Я что-то как-то по этой карте. Блин, мини-карту бы какую-нибудь, было бы весело. Давай попробуем побыстрее дойти. Комрад мой идет там. Да, идет. Красиво. А, ну блин, ты все сверху уже находится. Куда? Ой, все. Не обращай внимания. Лаградка просто как обычную шизу словила и веселится. Так. Давай как-нибудь вниз сходим. А, и на... А, нам в принципе... А, мы уже все собрали, короче. Нам-то нужно сюда обратно вернуться.
Здоров, чувак. Подай-ка мне молот, и я разрублю этот спящий камень. Отдать молот. Оставить молот у себя. Давай дадим. Коснись кисалом ритуального камня. Привяжи свою душу к этому месту. Окей. Так, к этому месту. К какому месту? Хорошо. И вот, в общем-то, я привязал свою душу. Могли этот молот у себя отставить, кстати. Могли. Заметь, моего вот этого комрада, его нету. Основной город. В общем, комрад мой куда-то исчез. Придет бродяга. Приключение закончено. Молот и кристаллы. Я, кстати, смогу с ним поговорить, если что. Взаимодействовать, нажмите F. Йокел, скатись в своем городе. В общем, с этими тремя пацанами, двумя пацанами, ладно, если я не буду считать, мы заканчиваем на этом пока что игрушечку. Ну, как заканчиваем? Заканчиваем серию. А игрушку я очень сильно хочу все-таки на прохождение. Поэтому, народ, обязательно ставьте комментарии, ставьте там, не знаю, лайки, продвигайте это видео, это и мотивация мне. И мы покажем то, что существует вот такая вот игрушечка, и она очень прикольная. Я не понимаю, почему ее обошли все стороной. Для меня это большая вот такая вот тайна, покрытая мраком. В общем, ладно, на этом моменте мы с вами заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, рассказывайте друзьям. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. А я пока тут посижу, помедитирую и послушаю вот эту вот прекрасную музыку.